Меня поражает человеческая, ну, тупость, это обидно будет, наверное. Значит так. Мы сейчас только по существу заявки. Да я не знаю, что сказать даже вот в первую очередь. То есть ваше почему? Мнение по ходатайству, по ходатайству подводит составы суда, ваше мнение. Ваша я хочу, чтобы суд состоялся здесь. Хочу, чтобы суд состоялся здесь. Я внесу протокол судебного заседания. Так, нарушение требований статьи 297. В настоящее время потерпевшие в адрес защиты высказано оскорбление, которое воспринимают. Я не в адрес защиты говорю, в адрес вот людей. Что должно найти свою правовую оценку при направлении, скажем так, материала и проведении проверки? Потому как вот это слово «тупость» я воспринимаю как оскорбление. Не в ваш адрес сказано. Адрес. Тише. Я прошу это завизировать в протоколе. В протоколе все отражается. Весь ход судебного процесса. Я не в адрес адвоката, пожалуйста, говорю, а в адрес... по ходатайству, слушайте, это вопрос задается, по ходатайству об отводе состава суда. Доверяете, не доверяете, поддерживаете заявление, либо возражаете? Я не поддерживаю. Не поддерживаю. Суд пенсионной инстанции определил. Приговор Центрального районного суда города Новосибирска 9 ноября 2015 года в отношении Гончара Виктора Викторовича изменить, уточнить абзац 7 страницы 15 приговора, раздел 214, описательного первого члена части приговора, что телесное повреждение, причиненное подсудимым, а не подсудимому. Исключить в записательно-мотивировочной части приговора суда указание, что при назначении наказания суд учитывает последствия совершенного преступления и непринятия мер к возмещению морального вреда и материального ущерба. Смягчить Гончару Виктору Викторовичу наказание по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации до 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В остальной части, приговор суда стоит без изменения. Апелляционная жалоба адвоката Паркова Побенина, осужденного Гончара Викторовича. Апелляционное определение может быть обжаловано в суд апелляционной инстанции Сибирского областного суда в порядке, установленной главой 47 ГИМ УПК Российской Федерации. Держись, слышишь, пожалуйста, я тебя прошу. Я люблю тебя больше жизни. Я докажу, что ты не виновен. Ты слышишь меня? Я докажу это. Пожалуйста. Ты только держи сейчас здесь Карина. Сейчас Карина. Родной, я докажу, я до последней инстанции дойду. Слышишь меня? Обоснованное решение, не зная довода, за 5 минут, когда они находились в совещательной комнате по такому делу. Конечно же, нет. Более того, суд своим вот этим решением показал, что ему без разницы все, даже позиция обвинения. Если обвинение поняло свою ошибку и пыталось ориентировать суд даже на снижение наказания, суд поступил солидарно со своим коллегой и судьей. Меня не пускают мужа. Я вот за 2 месяца увидела его по телевизору. И вижу, что его здоровье вообще, он кашляет до невозможности. Я не могу ни лекарства ему передать, его из зоны в зону таскают. Я не знаю, что с ним, как он там. И то, что несправедливо, они просто покрывают друг друга, покрывают эти судьи. Здесь, в Новосибирске, я ничего не добьюсь, никакой справедливости, потому что суд здесь весь замешан, потому что в деле ни единого доказательства нету. Они сделали все, чтобы мой муж сидел. Они все вот убрали, как Игорь Васильевич сказал, вот, то, что им надо, оставили. То, что не надо, они просто убрали. И все. И я думала, условный срок, если им нужна эта галочка, ну дайте ему уже, бог с ним, условный срок. Но только отпустите его домой, он не преступник. Он защищал своих детей. Этот Галкин, наркоман, маньяк, если он схватил ребенка, это маньяк, просто который на детей нападает. А как это еще можно говорить? Больше никак. Разбоями занимался, и здесь они говорят, да ничего, он хороший, он замечательный. Вес у него там маленький. Да какая разница, у моего ребенка еще меньше вес. А если бы моего мужа не было дома, он бы убил детей. И было бы тогда хорошо. Тогда бы мой муж не был бы виновен. А так мой муж остался виновен. На
Это несправедливо, я буду биться до последнего, биться. Сколько вот будет судов, я биться, пока я не добьюсь этой правды. Мне все равно, пусть меня выгоняют, меня из суда уже выгоняли, если и куртку я снимала, потому что меня не пропускали, и судья не подписывала, не подписывает мне разрешение. Я в понедельник не ушла, пока мне не написали, что официально отказывают. А то у меня заявление, грубят мне здесь, в здании суда, в 207-м кабинете, меня вообще нагрубили. Ходишь тут, жалуешься, кто ты такая, и все в таком духе. Я говорю, я вас не оскорбляла, вы меня здесь берете, оскорбляете. Это вот помощники вот этой судьи, они меня публично оскорбляли. И это безнаказанно остается. И суд самый хороший у нас, самый замечательный. Можно садить нормального человека, отца двоих детей, которых спас. А тот наркоман и маньяк, тот хороший, тот замечательный. Он грабил, избивал людей в подъезде. Это нормально все. Получается, что наше правосудие покрывает уголовник. Больше я никак не могу объяснить.